Салют, это самый народный топ в мире, топ 5D5, и с вами я, ваш любимый видеоблогер Ли Кей. Замечали ли вы, что уже несколько лет регулярно появляются такие сезонные ютуберы? Они в один миг взрывают, все говорят о них несколько недель или даже месяцев, но им не удается закрепить свою славу, и ажиотаж аудитории постепенно затухает. О пяти самых показательных примерах сезонных ютуберов вы узнаете прямо сейчас. И на пятом месте главный знаток мемов в Рунете и настоящий ютуб-старожила, который, впрочем, удалось по-настоящему посеять совсем недолго, Огнеогонек. Место номер 5. Канал Огнеогонек, всецело посвященный происхождению и истории интернет-мемов, существует с 2012 года. Бедный Ферромир. 7 лет – это немалый срок для современного ютуба, учитывая, что сейчас многие каналы не проживают и нескольких месяцев. За это время Агния выпустила 375 видео, а на ее канал подписалось свыше 1 миллиона человек. Самым успешным годом для канала был 2014, именно тогда появилась большая часть самых просматриваемых видео ее канала. Да и самих роликов по количеству было заметно больше, чем в любой другой год. Гомункулус. Тем не менее, Агнии не удалось удержать аудиторию, и несмотря на то, что на ее канале появлялись и другие видеомиллионники, уже после 14-15 годов, в среднем, вот уже много месяцев, каждое ее видео редко переваливает за отметку в 100 тысяч просмотров. Это самая настоящая угроза данному каналу и проекту вообще. На 4-м месте один из наиболее знаковых ютуб-дуэтов 2010-х годов – Лиз ТВ. Место номер 4. Большую часть своего существования канал Лиз ТВ представлял из себя творческий дуэт ютуберов Кости Павлова и Макса Бранта. Макс, давай включай вызов! Пик популярности и обсуждаемости их творчества выпал на 2013 год с появлением рубрики «Вызов» и совместной с джобывателями рубрики «Слабо». Формат вызова заключался в том, что ребята выполняли задания, то есть вызовы, брошенные им от зрителей. А вот в рамках «Слабо» ребята уже соревновались командами, от выпуска к выпуску по очереди бросая друг другу все более сложные и мерзкие задания. Подожди, стоп, голой жопой? Ну а какой? Именно выпуски «Слабо» стали широко обсуждаемы как среди зрителей, так и позже среди других ютуберов. Благодаря этому практически каждое видео, выходившая на канале Лиз ТВ в 2013 году, собирала больше 1 миллиона просмотров, что можно считать огромным успехом, особенно в те времена. Так или иначе, этот успех продолжался недолго, и с ростом абсурдности и понижением содержательности видео падал и интерес аудитории, вернуть который Костя и Макс так и не смогли. Или не хотели. Мы вас не обманываем, и Слабо не будет в ближайшее время. На 3-м месте видеоблогерка... Блогерка... Рэперка и подруга всех твоих любимых ютуберов Лиска. Место номер 3. Лиска снимает ролики для ютуба уже более 6 лет. Но до недавнего времени это был исключительно игровой контент. Как блогер, Лиска состоялась намного позже, в 2016 году, и в том же году она по-настоящему взорвала благодаря своему диссу на Эдварда Атеву. Двухминутный дисс привлек сотни тысяч новых подписчиков на канал и миллионы просмотров на всех последующих роликах. Кроме того, именно после дисса Лиска стала регулярным гостем в различных YouTube-шоу. Ага! Думали, это не я! Однако всего через несколько месяцев среднее количество просмотров на канале стало стремительно падать, и совсем скоро канал Лиски вернулся к средним 100-200 тысячам просмотров на видео, что тоже неплохо, как и было до того самого дисса. 2-е место вы отдали главному деконструктору современной российской музыки Алишеру Моргенштерну. Место номер 2. 2 года назад Моргенштерн взбудоражил YouTube общественность серией роликов в формате Easy Rap, где он с юмористически издевательской подачей демонстрировал, насколько легко и быстро можно написать бит к любому популярному нынче треку. Сейчас мы найдем какую-нибудь лютую бочку. Формат взорвал, и Моргенштерн превратился в настоящую звезду, подкрепив свою деятельность музыкальным творчеством и устроив целый тур по стране собственной музыкой. Но звездой Алишер был не так уж и долго. Его стремление постоянно пробовать себя в новом и перекраивать уже хорошо работающие форматы, а также регулярное обещание вот уже наконец-то вот прямо сейчас удалить свой канал, отталкивали аудиторию. Все это привело к тому, что из настоящей и широко обсуждаемой звезды Моргенштерн превратился в рядового ютубера, что тоже, кстати, неплохо, снимающего обычные бессодержательные влоги про свою жизнь. И 1-е место вы отдали самому популярному ютуберу 2017 года Сергею Дружко. 1-е место! Сергей Дружко – настоящий человек-мем. Я надеюсь.
Мем, набравший такую широкую популярность, что на ее волне удалось создать целый канал, который уже на старте бил все рекорды. Хайпанем немножечко. Тем не менее, многие предрекали, что на одной узнаваемости и хоть и полюбившихся публике, но шаблонных фразах канал долго не проживет. Кто все эти люди? Невероятно, но так оно и вышло. Уже через пару месяцев выпуски Дружко-шоу на старте канала, собиравшие больше 10 миллионов просмотров, не набирали и полмиллиона. В то же время упала и частота выходов новых выпусков. В таком полуживом виде канал имени Сергея Дружко просуществовал еще год, с каждым новым роликом все сильнее и сильнее теряя интерес аудитории, пока не прекратил публикацию новых роликов окончательно в декабре 2018 года. Пока этот феномен не изучен такими известными умами Ютуба, как Ян Топлес или Кей, нам, рядовым юзерам, остается ждать в надежде на то, что эта ситуация разрешится сама собой. И это были топ-5 ютуберов одного сезона. Напоминаю, что места в выпусках распределяете вы, наши зрители, в нашей группе ВКонтакте, и ссылку на нее вы найдете в описании. Спасибо за просмотр и всем пока!